Ульяновский проект «Парад городов трудовой доблести» начал свой путь. Педагогическую идею запустили 2 октября. Она уже объединила 15 городов. Студенты и педагоги из Казани, Нижнего Новгорода, Магнитогорска, Тюмени, Иваново и других городов трудовой доблести сегодня оказались на Ульяновском автомобильном заводе. История вообще нашего предприятия начинается с 1941 года. Сюда, к нам в город Ульяновск, был эвакуирован Московский завод имени Сталина. И первые наши цеха располагались на территории моторного завода. Первая продукция, которую мы выпустили, это авиационные бронебойные снаряды. И, конечно, автомобиль ЗИС-5В, автомобиль военного времени в упрощенной конструкции. Завтра они продолжат музейный марафон эвакуированных промышленных предприятий в Ульяновске, встретятся с ветеранами труда и представителями трудовых династий. Мы говорим о городах трудовой доблести, о том, что мы должны не только приобщать к историческим, да, каким-то определенным моментам, да, которыми мы гордимся по сей день, это нужно, это правильно, но мы должны определенно показывать молодому поколению, себе должны показывать, что вот эта трудовая доблесть, она есть не только в наших городах, она присутствует во всей России. По задумке проекта, каждый год молодежь из разных уголков страны будет посещать один город трудовой доблести, чтобы знать свою историю.